4 года колонии общего режима за аферу с квартирами. В Саратове вынесен приговор черным риэлторам. Речь идет о деле, главным фигурантом которого является саратовский предприниматель, владелец собственного риэлторского агентства Михаил Чистяков. Следствие установило, что в 2011-2012 годах он с двумя приятелями разработал схему незаконного приобретения чужой недвижимости. Аферисты завладели 22 квартирами на сумму более 29 миллионов рублей. Заключались сделки купли-продажи недвижимости под видом залога имущества, соответственно, предоставлялись денежные средства в займ. Денежные средства, они были значительно меньше, чем стоимость квартиры, естественно. И в конечном итоге нарастали проценты у людей, и сумма долга, и то есть люди оставались без квартир. Пока шло следствие, один из троих обвиняемых риэлторов скончался. В действиях соучастницы Чистякова Юлии Суляевой суд состав преступления не усмотрел, и наказание определено только Михаилу Чистякову. До оглашения приговора он был отпущен под залог в 3 миллиона рублей. В результате из 22 эпизодов преступления Михаил Чистяков признан виновным в совершении двух. Ему назначено 4 года исправительной колонии общего режима.